Зенским полицейским удалось раскрыть кражи сотовых телефонов. Случай произошел в начале февраля в одной из зенских школ. Заявления в полицию поступили от родителей учеников, чьи телефоны были украдены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность, похитившей сотовые телефоны, а также были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, которые в последующем были возвращены собственникам. Чуть позже школьники обратились к полицейским со словами благодарности. Сотрудники отдела уголовного розыска быстро нашли мой телефон и вернули его мне, за что хотелось бы выразить слова благодарности. В школе у меня украли телефон, и я обратился в полицию. Спустя некоторое время нашли мой телефон и вернули его мне. Я выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции. Сейчас уголовное дело по данному факту передано в суд.